Снова всем здравствуйте. Сейчас приготовлю папоротник. Вот принес пучок. Я его обрезал почти там на горе. Теперь я его шинкую. Следующий шаг — морковка. Что хотите, хотите трите на терке, я режу ножом. Морковь готова большими кусками у меня. Сейчас следующий лук. Готово. Соль пошла. Ложка. Две. Три. Хватит. Ждем. Папоротник пошел. Все. Ждем 5 минут. Время без 10. Попробую на горечь. Я не слышу горечи. Если ему кому горько, сделайте на 2 раза. Все, 5 минут прошло. И еще раз. Баст. Кто как хочет, а я буду с салом. Сам солил. Если что, добавлю еще масло подсолнечного или оливкового. Там что на ум взбредет. А, как хорошо шкварчит. Расползайся уже. И клей вот. Лучок пошел. Морковка пошел.
Ну, для полного такого счастья я еще добавлю немножко масла подсолнечного, я решил. Но это же не все. Запускаем нашу вот эту папоротник. Я тут подумал и решил, что мне этого будет мало. Я добавлю сюда колбы. И пусть мне будет хуже. Вот так. А еще можно добавить сюда еще яичек. Я не буду. Мне этого хватит. Ну, вот такое вот у меня извращение. Хотите ешьте, хотите нет, но я-то точно буду. Я же для себя готовлю. Вы так не вздумайте. Нет, не вздумайте. Прежде чем такое лопать, к врачу, все к врачу идите. Если он вам разрешит, то пожалуйста. Солить не буду. Сало соленое. Добавлю сюда, если что не так, к соусу. Он солененький. Все. Сейчас еще минут 5-6. И харе-маре. Уже вкусно. Он с сальцом-то. Красивенько все. Сало без холестерина у меня, так что имейте в виду. Ну, цепляйся. Просто отлично. Закусь обалденная. Можно еще и укропу бахнуть. Еще что-нибудь. И колбасы туда накидать. Я еще сейчас кетчупом, наверное, залью. Каким-нибудь. Я же не забуду. Колбишка у меня вот. Я почекрыжил ее свеженькую. И туда. Все свежее. Только что с грядки. Все, мягонько все, вкусно, соусу добавлять не надо, сало соленое, папоротник круто соленый, все, готово, что ее тут жарить, точка, всем приятного аппетита, мне тоже.